Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, видно ли меня, слышно ли меня? И если все нормально, поставьте, пожалуйста, плюсик. Если что-то идет, есть какие-то технические вопросы, поставьте, пожалуйста, минус. Представлюсь, пока вы отвечаете. Меня зовут Перфильева Татьяна Игоревна. Я практикующий косметолог, тренер-косметолог компании Engeltech по профессиональной косметике. Так, коллеги, вижу, вы пишете, что у вас все хорошо видно и слышно. Хотела бы с вами познакомиться. Возможно, вы присутствовали на каких-то моих мероприятиях очных или в онлайн-режиме. Возможно, вы в первый раз. Мне вообще интересно, вы практикующий косметолог или вы просто наш конечный потребитель и решили немножечко уточнить, полюбопытствовать на такую интересную и актуальную, наверное, для всех нас тему, как всесезон. Антиэйдж-средства. Буду благодарна за ваши ответы. Мне интересно, кто меня будет слушать, с кем мы сегодня будем общаться. И, возможно, у вас есть какие-то вопросы, на которые я с радостью отвечу. Постараюсь, может быть, ответить. А теперь, я надеюсь, появилось все. Нет? Теперь все окей. Так, отлично. Я надеюсь, что у нас не будет таких технических больше неполадок, но если они будут, извините, пожалуйста, я на них, наверное, не смогу повлиять, надо будет IT привлекать. Так, вы, Дарья, косметолог. Очень приятно увидеть коллегу. Так, к нам еще присоединяются люди, участники. Ну, наверное, я начну, подожду ваших ответов. Косметолог, вы бываете на наших семинарах. Отлично, Дина. И давайте немножечко поговорим. Вообще тема, наверное, не только для девушек актуальна, но ввиду, последних тенденций каких-то мировых, больше и больше потребителями косметики, каких-то косметических средств становятся в том числе и мужчины. И, безусловно, вообще такой очень большой сегмент косметического рынка занимает... Да что ж такое? Какой-то... Мне кажется, что все отвисло. Не могу понять, почему зависает, потому что у нас интернет очень хороший доступ к интернету. Единственное, что я на всякий случай, девочки, коллеги, извините, я на всякий случай тогда поближе контакты айтишников положу, чтобы, возможно, они как-то продиагностировали удаленно, что происходит. Но по антиэйдж я сейчас скажу. Ну, не секрет, антиэйдж, что дословно означает, это против старения. И другими словами, речь идет об отсрочке возрастных изменений и всевозможных способах держать эту молодость и красоту. То есть в период такой... У нас такого широкого развития косметического рынка очень-очень большой сегмент, как я уже говорила.
преимущественно, безусловно, воспринимается, что эти признаки старения в такой зоне, которая более социальные контакты, на которую мы в первую очередь обращаем внимание, когда смотрим на человека, это лицо. Потому что все остальные части тела у нас, как правило, все-таки больше скрытой одеждой, и наш климат не поддерживать в таком, в хорошем состоянии. Поэтому виснет, да? Сейчас, секундочку, коллеги, подождите. Сейчас попробую что-то. Попробуем продолжить. Так, я просто немножко, скажем так, растеряна, потому что хочется продолжить, и в то же время меня... косметика, не только топические средства, не только мы ухаживаем за лицом. Вообще, по факту, это большой раздел антивозрастной медицины. И он будет объединять методики вообще из разных областей медицины. Это может быть косметология, диетология, эндокринология и генетика, иммунологи. Дело медицины, это в том числе поддерживать вообще более молодое состояние организма, внутренних органов, его систем, функционирования. И, конечно, в результате объединения усилий всех, ну, вот всех там, специалистов, безусловно,
Сейчас напишу нашему отделу IT. Скажите, пожалуйста, не видно или не слышно? И то, и то. Интересно. Вот непонятно, это у нас проблема с платформой, или это проблема провайдера, или это проблема какая-то наша. То ли выбивает из эфира, то ли не выбивает из эфира. Сейчас я звук отключу просто. Сказали, что попробуют решить эту проблему буквально через минутку-две. Как мы поступим? Подождем пару минут или я продолжу, но я просто не знаю, выбьет меня в очередной раз или нет. Делились, там кто-то просит подождать, кто-то просит продолжить. Давайте, ну, вы все равно сможете писать, я ваши вопросы, скорее всего, увижу. Скажите, пожалуйста, если вы меня там слышите, а какие вопросы ваших пациентов по антибиотикам?
Так. Хорошо, я уже, наверное, отвечу на данный вопрос. Я запомню их. Если вдруг я забуду ответить на ваш вопрос, то напомните мне, пожалуйста. Он мне даже. Так, все хотят помолодеть. Грубо говоря, одна процедура. Но очень эффективная. Она потребует реабилитации, человек увидит вау-эффект. Ни от какого, наверное, другого средства за одно применение вау-эффекта не будет. Такого в природе не. Вот, я появилась. Скажи, меня видно. Опять я пропала, по-моему. Смотри. Это с моей стороны, получается, с компьютера проблема, что ли? А ты знаешь как? Да вроде бы нет. Ну давайте сейчас попробуем. Может, мы сейчас позакрываем что-то. Со слайдом видно? Тогда после этого к тебе подойду, посмотрим, да? Да, видно. Все, тогда, коллеги.
Возможно, что это поможет. Я не знаю, насколько. Так, и давайте продолжим. У нас есть несколько, скажем так, условно-возрастных периодов, в течение которых у нас происходит такой момент, как изменения, в том числе и внешнего вида, и изменения идут в первую очередь, наверное, активности гормональных процессов. Ну, это все отражается в совокупности на организме. То есть понятно, что у нас изменяются процессы в организме, это отражается на внешности. Все у нас взаимосвязано. И у нас есть первый, наверное, такой рубеж. Так, я появилась. Скажите, пожалуйста, сейчас у вас что-то изменилось? Я зависаю, похоже, да? Я появилась. У вас все нормально, скажите, пожалуйста. Да. Потому что я не могу оценить, как вы видите, слышите, потому что вот сейчас я у себя зависла. Я надеюсь, что вы меня видите и слышите. Давайте попробуем продолжить. Я очень надеюсь, что... Главное, чтобы был виден экран, действительно. Вот. По поводу такого рубежа возрастного. Смотрите, ну, как бы первые... Наверное, обращение наших пациентов у нас Так, давайте я попробую, может быть, вот так вот поступить. А вот так лучше. Вы видите экран? И скажите, пожалуйста, вы видите экран и меня слышно, да? Супер, давайте попробуем так. Я тогда, да, отлично, давайте так, слайд. Я сейчас попробую, вот переключается, вы видите, что на первый, ну там на предыдущий слайд переключилась, отлично, и вот слайды у нас транслируются, да, все отлично. Да, это прям проверка на прочность такая, технические проблемы, конечно, очень сильно выбивают из колеи и прям обрывают какую-то связанную мысль, сразу теряешься. Так, 20-25 лет, повторюсь, так для себя немножко напомню. Что у нас получается? Допустим, молодая девушка. Как правило, к нам обращаются
по такому приоритетному состоянию, да, мы вернемся к вопросам, которые задавали. Я потом еще сверху прокручу. У меня к вам большая человеческая просьба. Вы мне прям ближе к концу вебинара, я попрошу как бы напомнить мне, вдруг я увлекусь, немножко забуду, что у нас остались неотвеченные вопросы. Вот, просто мне напомните, там напишите кто-нибудь, что остались вопросы. Просто я хочу побыстрее тогда, ну, ту информацию, которую я хотела рассказать, дать, потому что, видите, я еще невольно вас задержала из-за того, что у нас вот такие вот технические, ну, сложности возникли, непонятные. Сейчас будем диагностировать, в чем дело, но это уже после, безусловно. Так, что я хотела сказать? У нас в приоритете состояние кожи и профилактика фотостарения. То есть какие у нас состояния кожи могут быть у молодых наших пациентов? Это могут быть воспалительные. То есть это, безусловно, может быть там разные стадии акне, там от легкой стадии до тяжелой стадии. И помним, что если у нас тяжелая стадия акне, то, безусловно, конечно, мы направляем к специалисту, к дерматологу, потому что тяжелые стадии акне ну, у нас специализируются дерматологи. Это требует зачастую не только назначения топических средств, безусловно, иногда бывают средства и неатопические введения таких пациентов. Ну, естественно, они требуют очень хорошей обследованности, запинаюсь немножко. Вот. Что мы можем встретить у условно наших здоровых пациентов? Это состояние обезвоженности. Оно может быть и у пациентов и с жирной кожей, и с нормальной, и с комбинированной, и с сухой. Это будет обусловлено у нас либо там воздействием агрессивных внешних факторов, либо может быть неправильным уходом каким-то. Несостоятельный защитный барьер тоже может быть вызван рядом причин, ну, допустим, там, агрессивным умыванием, да, то есть обезвоженность у нас это как следствие несостоятельного защитного барьера, но это одно из следствий, допустим, потому что повышенная чувствительность, да, реактивность кожи, это тоже может быть следствием уже несостоятельности защитного барьера. И гиперактивная мимика у части, у ряда пациентов. То есть мы не у всех это наблюдаем, но мы можем наблюдать у части молодых пациентов, что уже появляются чаще всего на лбу уже такие горизонтальные морщины. И мы уже можем начинать такие симптоматические препараты назначать, не глядя на возраст. То есть это может быть и молодой пациент с горизонтальными уже, допустим, морщинами, с гипермимикой, и может быть достаточно взрослый более пациент, допустим, там 30-35 лет. То есть условно у нас как идет, что мы там, ну, молодость до 25 лет, вы, наверное, там в разной прессе такое встречали, уже там более взрослая кожа, это там порядка 35 лет, уже зрелая кожа 45, ну и, безусловно, 55, это у нас уже такая кожа, во весь рост у нас проявляются всевозможные возрастные изменения. Но, как правило, мы уже пишем 45 плюс. Наверное, такой у нас будет такая сегментация, потому что все-таки, хотя у нас паспорт на молодость продлили, но физиологические процессы никто не отменял. И в 20-25 лет у нас будут симптоматически и, соответственно, и салонные процедуры, направленные на коррекцию существующих изменений. И идет такое симптоматическое лечение. То есть как таковых возрастных изменений, наверное, в этом возрасте мы не наблюдаем, за исключением гиперактивной мимики. Только у небольшой части, наверное. Хотя, с другой стороны, у нас сейчас идут гаджеты. Вот мне жалко, что мне пришлось немножко камеру отключить, ну, то есть из-за, там, скажем так, сигнала, да, я так думаю, не выдерживает что-то у меня тут технически. Но мы, наверное, когда мы передвигаемся в транспорте, наблюдаем там за какими-то нашими знакомыми, когда мы смотрим в гаджеты, у нас по какой-то причине, ну, скажем так, возникает привычная мимика. У нас почему-то, особенно у более возрастных, наверное, людей, вы можете это наблюдать, там, допустим, там, ну, к 30 годам это уже явно выражено, когда закладывается хорошая такая морщина в межбровье,
и начинает, соответственно, в гиперактивности быть лоб, когда мы там работаем, допустим, там за компьютером в меньшей степени, но когда мы почему-то смотрим в телефон, это прям вот собирается лоб и межбровка в гармошку. Я это очень часто наблюдаю, передвигаясь там на общественном транспорте. Ну, вот у меня есть, допустим, там какие-то предположения, что у нас настолько там внимание в этом гаджете, что у нас прям вот даже лицо туда, такое ощущение, что пытается поместиться. Но это если совсем так говорить, да, но вот этот вот привычный паттерн напряженного лица, он очень сильно влияет на формирование преждевременных морщин. И в данном случае, наверное, у более молодых пациентов, если, конечно, они, ну, рассматривают для себя такую историю, я бы рекомендовала регулярно уже включать массажи, которые направлены на нормотонус мышечного баланса. И, соответственно, в этом возрасте уже тогда при гиперактивной мимике мы можем назначать топические миорелаксанты. Хочу немножечко сейчас по фотостарению поговорить, потому что, возможно, обращали внимание, ну и сами как профессионалы с этим сталкивались, вы видите, что достаточно молодые пациенты, особенно это ясно видно после какого-то летнего отдыха или у любительниц позагорать, солярия, когда они очень много, часто ходят и подвергаются инсоляции. Такие признаки фотостарения, как сухость, стянутость, шелушение. То есть у нас идет сухость рогового слоя, и у нас будут, естественно, проявляться тонкие морщины тонких линий. То есть кожа визуально, хотя у нас молодые черты лица, будет выглядеть старше паспортного возраста. Ну и стянутость шелушения, конечно, не будет прибавлять красоты. То есть это будет нарушаться тон лица, потом будет нарушаться светоотражение. Естественно, у нас к этому присоединяются пигментные нарушения различного характера, то есть это может быть залегать пигментация на разных слоях кожи, и, безусловно, будет у нас еще часть жалоб у людей, которые ну, подвержены, там, очень сильно получают эту дозу солнечного излучения, такие жалобы, как пигментация. И зачастую, конечно, то есть фотостарение у нас будет провоцировать более раннее проявление признаков хроностарения, потому что все-таки пигментные нарушения, если мы берем какие-то нарушения гормонального фона или какие-то соматические, скажем так, проблемы со здоровьем, которые характеризоваться нарушением пигментации будут, то все-таки оно свойственно более взрослым людям, не в 20-25 лет. Гиперкератоз. Гиперкератоз у нас, естественно, у взрослых пациентов, то есть 20-25 лет мы можем это увидеть у пациентов, ну, в нескольких случаях. Первый случай – это после инсоляции. То есть это такой естественный механизм немножко защиты или там как следствие инсоляции. То есть кожа после загара всегда будет с признаками гиперкератоза. Пусть она, может быть, не так явно будет, но на аппаратах, которые посвящены диагностике кожи, всегда видно гиперкератоз в той или иной мере у пациентов, которые вернулись с морей после отдыха. Плюс гиперкератоз, конечно, свойственен там, жирной, толстой коже, которая вот, это один из элементов, которые будут провоцировать обострение акне. Сосудистые изменения, безусловно, характерны у нас будут для фотостарения. И мы впоследствии немножко дальше я там перелесну, и мы поговорим, к чему это приводит визуально. Снижение эластичности качества кожи, выраженность морщин, и причем выраженность морщин, вот не только морщины тонких линий у нас будут выражены, но в том числе у нас будет, естественно, углубляться более визуализироваться мимические морщины, потому что на обезвоженной более сухой коже, конечно, они будут больше на себя обращать внимание. И чувствительность кожи вплоть до фотодерматозов у нас тоже одно из следствий фотостарения. И
Вследствие этого, конечно, мы как можем, так и боремся даже у молодых пациентов с данными признаками и с профилактикой. Следующий наш рубеж, сейчас я перелистну, это 30-35 лет. Это, наверное, тот возраст, который большинство пациентов приходят к нам уже за помощью. Все-таки больший пул наших пациентов – это люди, ну, как правило, если вы не специализируетесь как раз на подростках, на подростковых каких-то коррекциях акне, то это вот 30-35 лет и старше. Они уже приходят для борьбы с какими-то либо проявлениями. И как вы уже там задавали вопросы чуть выше, которые немножко меня повеселил по поводу там, что же за одну процедуру можно сделать, и все хотят чуда. Ну, я не знаю, слышно меня на тот момент было или не слышно, но чудес у нас, к сожалению, не бывает. Я сейчас немножко как раз перелистну. Так. Да, и вот я как раз, чтобы не забыть, немножко оставлю себе этот список ваших вопросов. Смотрите, 30-35 лет. У нас в приоритете, как у косметологов, будут начальные возрастные изменения. Это следствие ультрафиолетового повреждения, о которых я только что упомянула, как о признаках фотостарения. Но к этому что у нас может присоединяться? Колебания веса. Что я имею в виду? Ну, у нас 30-35 лет, там, возможно, уже к этому возрасту набор веса. Или наоборот, у нас может быть, допустим, похудение. То есть все очень зависит, конечно, от индивидуальных таких историй. Но, как правило, уже к этому возрасту в анамнезе у пациента бывают прибавки и уменьшение веса, которые вызваны различными причинами. Это может быть там связано с прошедшими беременностями, с лактациями. Возможно, человек пытался неоднократно похудеть. А так как у нас часть пациентов не обращается к специалистам, там, диетологам, а пытаются самостоятельно это все сделать и не всегда бережно для организма, зачастую бывают такие вот, скажем, весы, то есть человек худеет резко, потом опять резко прибавляет, и вот такие вот качели ни к чему хорошему не приводят. А что мы можем видеть в результате таких вот колебаний веса? Это у нас будут птоз. Почему возникает птоз? Из-за того, что у нас идут в том числе признаки отечности. Во-первых, у нас кожа лица то растягивается, то уменьшается. Это также сказывается на состоянии связок. Ну, допустим, есть у нас там, помню же кожа, что, да, на подкожных структурах. Это у нас связки, это у нас поверхностные глубокие жировые пакеты, дают как раз опору. Там у нас много-много всего под кожей на лице. И у нас, когда идет, допустим, прибавление веса, то, естественно, у нас увеличиваются жировые пакеты в объеме. Там, где у нас жировая ткань, у нее есть свойство притягивать воду. Если есть там какие-то изменения гормональные, либо, возможно, человек там и так немножечко к 30-35 лет вследствие нарушения микроциркуляции или малоподвижного, допустим, образа жизни, а так как у нас ритм жизни такой больше, наверное, офисный, малоподвижный, то есть это наше большинство наших пациенток, то, соответственно, у нас задерживается жидкость в жировых пакетах. Жидкость у нас задерживается, у нас, соответственно, растягиваются связки. И когда у нас объем уменьшается, связки у нас не могут сократиться в должной мере. Поэтому вот эти вот колебания веса – это худшее, что может сделать женщина для себя, для сохранения своего лица. То есть очень важно, если там наши пациенты задались целью снизить вес, подходить к этому грамотно и не наскоками за там 1 месяц я скину там условно, если утрировать большую там сумму килограмм. А это должны быть медленные, верные, поступательные движения. И желательно в сопровождении специалиста. И должно быть сбалансированное питание. Я, наверное, говорю какие-то очевидные и такие вещи, ну, широко известные, но, однако, беру на себя смелость немножко напомнить это, потому что не всегда, к сожалению, пациенты прислушиваются к
ну, скажем, к общеизвестным истинам, и иногда им нужно это напомнить. И напомнить, что будут изменения не только в теле, но и в изменении в лице, которые будет очень сложно скорректировать. К чему, кстати, ведет еще вот это вот объединение птоза и отечности, так если сказать. У нас усугубляются статические морщины. Статические морщины – это те морщины, которые не мимические, соответственно, а это так называемая там носогубная складка, носощечная борозда. Это у нас губоподбородочная борозда. То есть это те морщины, которые придают нашему лицу дополнительный возраст. По поводу привычной мимики. Уже формируется в данном возрасте практически у всех наших пациентов уже такая привычная мимика, и закладываются, как правило, к этому возрасту горизонтальные и вертикальные морщины. И, ну и, соответственно, периорбитальные морщины. Особенно это будет свойственно периорбитальные морщины у пациентов с близорукостью, потому что, соответственно, есть привычка щуриться, наводить фокус. Есть небольшое исключение по поводу там, закладывания мимических морщин. Есть люди амимичные, можно так сказать, которые ну, мало, скажем, общаются лицом, а есть люди, которые прям лицом разговаривают. И вот у этих вот таких подвижных, очень эмоциональных людей, которые разговаривают, общаются лицом, конечно, мимика будет более выражена, и мимических морщин у них будет больше, и зачастую они будут появляться раньше. По поводу следующего пункта – плотность и качество кожи. Ну, это очевидная история, но хочу на всякий случай напомнить, что из-за чего это у нас происходит. У нас с возрастом будет уменьшаться количество глюкосаминогликанов, вот, и будет уменьшаться плотность и количество структурных белков в дерме. То есть что у нас такое глюкосаминогликаны? Такие страшные такие наши названия. Это у нас будут полисахариды, которые у нас синтезируются в организме. Они гидрофильны и связывают молекулы воды и ионы натрия. Они будут обеспечивать вязкость, адгезивность и прочность внеклеточного матрикса. Вообще глюкосаминогликаны, они не только в коже присутствуют. Это у нас хрящевая ткань, суставная жидкость. То есть они присутствуют во всем организме. И, безусловно, очень важны не только для красоты нашего лица. Они нужны также для суставов, для их хорошей работы. И что такое адгезивность, на всякий случай хочу напомнить. Это сцепление различных по своему составу и структуре материалов. То есть у нас лицо состоит из разных структур. И, соответственно, их там прочность, их однородность, чтобы у нас кожа, скажем, не была отдельно как будто от лица, нам нужно, чтобы у нас в достаточном состоянии, в достаточном хорошем состоянии были подкожные структуры. Одной из составляющих – это глюкосаминогликаны. Один из широко известных представителей данной группы, это у нас гиалуроновая кислота. Она присутствует у нас и в синовиальной жидкости, она у нас присутствует, безусловно, во всем организме. То есть глюкосаминогликаны у нас вездесущие. Поэтому нужно поддерживать, соответственно, их хорошее, ну, желательно, да, хорошее состояние. Как мы можем это поддерживать? Безусловно, оставаясь как можно дольше здоровыми. Так, и что у нас еще происходит? По качеству кожи. Смотрите, у нас с возрастом у нас есть регенеративные процессы в коже и дегенеративные процессы в коже. И у нас с возрастом, то есть в более молодом возрасте, у нас регенерация преобладает над дегенерацией. Но с возрастом у нас немножко эти пропорции смещаются, и в более старшем возрасте у нас происходит наоборот преобладание дегенеративных процессов.
И вот это количество и плотность структурных белков в дерме у нас, соответственно, важный показатель именно качества кожи, плотности кожи в том числе, ее эластичности. И также у нас начинают происходить такие процессы, как замедление обновления в эпидермисе. Напомню на всякий случай, что у нас считается, что в более юном возрасте у нас обновляется кожа примерно там в районе 28 дней, а потом постепенно у нас все замедляется. Поэтому, когда мы делаем какие-то в нашим возрастным пациентам какие-то, процедуры, которые у нас направлены на регенерацию, то мы говорим о том, что эффект они увидят через более длительное время, чем, там, допустим, был бы эффект в более юном возрасте. Так, что у нас там следующее идет? Ага, следующее. Так, я тут чуть прискочила, но давайте пока оставим этот слайд. А я, наверное, коснусь более возрастной категории, это 45+. Вот когда у нас идет категория 45+, то мы уже сталкиваемся со сформированными возрастными изменениями. То есть то, что у нас вот следствие как раз данных изменений идут. То есть мы прибавляем уже к данным изменениям сосудистые проблемы. Это, возможно, мы видим там телеоангиоэктазия. Это может быть достаточно широко выраженные данные проявления, либо это может быть единичные проявления, но, как правило, у пациентов, ну, как бы к 45 годам, как правило, могут быть действительно единичные сосудики, либо не одиночные сосудики. Это могут быть также такие проявления, как сосудистые покраснения и неровный тон кожи. Ну вот смотрите, неровный тон кожи это может быть как следствием замедления обновления эпидермиса, так и следствием нарушения микроциркуляции. Естественно, данные проявления мы можем увидеть и в более раннем возрасте, то есть как фон, ну, там, на фоне какого-то общего нездоровья или на фоне каких-то индивидуальных историй, то есть, допустим, что нарушения микроциркуляции уже будут не только в 45, а, допустим, в более раннем возрасте. Но как бы бывают индивидуальные действительно истории, потому что анти-эйдж – это история, мы можем, конечно, говорить как об общей истории, но когда мы делаем назначение наших пациентов, мы не опираемся на паспортный возраст, мы не паспорт корректируем, мы корректируем те изменения, которые мы там видим по сбору анамнеза и когда мы видим вследствие диагностики кожи. Поэтому, когда, ну, не совсем корректный вопрос, мне вот, допустим, 45 лет, а что мне положено, мы все-таки смотрим визуально. Так, то, о чем я говорила, следующий у нас этап, ну, следующая проблема – это отечность. Отечность становится более выражена, она начинает волновать большее количество наших пациентов. И мы тут уже встречаемся с уже проявленными такими типами старения, как может быть отечность деформационный или усталый тип старения. Зачастую у нас встречается комбинированный тип старения, потому что отечность, конечно, мелкоморщинистый тип старения будет волновать гораздо меньше. Там у них будут визуальные проявления, как раз их будут больше волновать морщины. Следствие ультрафиолетового повреждения – это фотостарение, о котором я говорила, и у пациентов, злоупотребляющих солнцем или проживающих, ну, скажем так, которые долго проводят время на солнце, может быть, не совсем там так получается у них, что они там много путешествуют, не всегда получается должным образом защищаться, конечно, признаки будут проявлены более ярко. И разные такие проявления, как более выражен птоз. Это будут статические или актинические наши морщины. Актинические морщины – это которые морщины проявляются на коже вот у более молодых людей, там, 20, ну, там 25-30 лет, из-за чрезмерной как раз инсоляции, так называемые морщины тонких линий, о которых я упоминала. Но в более старшем возрасте, конечно, будут больше проявлены как раз такие моменты, как обезвоженность, обезжиренность. И вот эти мелкие морщины, конечно, будут видны достаточно явно и более обширно. И мимические морщины, они уже такую переходят в трудноустранимую стадию. Будут усугубляться как раз проявления, которые свойственны там следствии как раз уменьшения количества
глюкозаминогликанов, и как раз будут проявляться больше такие изменения, которые из-за того, что у нас дегенеративные процессы преобладают, то есть у нас синтез коллагена уменьшается, а его распад увеличивается. Ну и, соответственно, шероховатая текстура и тусклый цвет лица, который не только из-за фотостарения, но и там за счет замедления обновления эпидермиса проявляется. То есть мы видим, что у разных возрастных групп, конечно, будут в той или иной степени более выражены те или иные компоненты. И, соответственно, мы будем симптоматически подходить к тому или иному комплексу. И давайте, наверное, я сейчас тогда перейдем немножко к средствам топическим. Смотрите, что мы можем сделать для профилактики? То есть профилактика, конечно, гораздо более эффективна, чем когда мы встречаемся уже с проявленными, сформированными, там приходит пациент к нам впервые в 45 лет. Это уже мы ни о какой профилактике не можем говорить, мы уже встречаемся в полный рост с сформированными проблемами. И, скажем, успешное решение данных проблем уже очень сильно зависит от состояния организма, да, и от возможностей пациента, и от оснащенности нашего кабинета. Но при этом всем, конечно, мы все такие адекватные специалисты и понимаем, что мы из там, женщины 45+, мы никак не вернем 25-летнюю кожу. Что более эффективно? Защита – это вот признаки фотостарения. То есть мы всем пациентам, и не только с 20 лет, допустим, а достаточно более молодом возрасте, мы, безусловно, говорим и повторяем, что нужно защищаться от солнца. Конечно, наши юные пациенты думают, что старость никогда их не настигнет, что они будут более юные всегда и еще долго-долго не увидят никаких проявлений признаков старения, но, увы и ах. К сожалению, это только мечты, поэтому крем-мультипротектор, который подойдет для пациентов с возраста 3 лет. Здесь будет содержаться 5 химических фильтров и 1 физический фильтр диоксид титана. Данный крем-мультипротектор oil-free, то есть он подойдет нашим пациентам, в том числе с жирной кожей. Если у нас пациент с жирной кожей, то, соответственно, это будет финальное средство. Не нужно под него там, если кожа очень жирная, наносить какие-то другие финалы. То есть мы на какую-то сыворотку по типу кожи, если необходимо это, безусловно, назначаем крем-мультипротектор в летнее время. А если мы делаем какой-то курс процедур, который будет повышать фоточувствительность, мы этим кремом-мультипротектором можем закрывать любую процедуру. В качестве увлажняющего компонента здесь будет фукагель. В чем плюс? Кожа не выбеливается, не жирнится, легко впитывается. То есть единственный минус данного крема, на мой взгляд, то, что он не влагостойкий. Но для наших пациентов, которые много времени проводят, безусловно, на воде в летнее время, у нас есть влагостойкий крем. Это SPF 30 будет. Я думаю, что это у нас широко известное средство, возможно, вы с ним знакомы. То есть это, вот, на мой взгляд, номер один для молодых пациентов. То есть мы вспомним немножко то, что я говорила, то у нас, у молодых пациентов, это у нас топические средства, допустим, мимические морщины мы корректируем, и фотозащита. То есть у нас профилактика признаков фотостарения. Как раз данный крем у нас будет защищать от ультрафиолетового излучения всех типов. Что мы можем еще посоветовать более молодым пациентам для того, чтобы контролировать вопрос гиперкератоз, вот вспомнила это слово. Для коррекции гиперкератоза в качестве глубокого очищения еженедельного мы рекомендуем пациентам всех возрастных категорий. Вот я просто, кстати, сейчас немножко отступлю, почему я выбрала эти 10 средств. То есть они не требуют, это все сезонные средства, они не требуют каких-то специальных условий для их применения.
Беременность, лактация, летнее время года – это не противопоказание к данным средствам, потому что есть у нас антиэйдж-средства, ну, не только у нас, а вообще на рынке, которые требуют специальных условий и для которых есть, скажем, специфические противопоказания. Я сейчас не говорю про нарушение целостности кожных покровов, открытые раны, я говорю про состояние здоровья. Вот данные препараты, которые я выбрала, они не требуют каких-то специальных историй. И они будут подходить практически всем. Маска энзимная пектиновая подойдет и молодым пациентам, и, соответственно, пациентам более старшим. Почему? Потому что она будет выравнивать роговой слой, будет работать на нормализацию кератинизации нашей. То есть тут будет содержаться у нас, содержится пектин, пилмоист, молочная кислота, соль рапан и такие компоненты натурального увлажняющего фактора, как мочевина, серин, аланин и пролин. Пилмоист – это такой, тут содержится не только папаин в данном ингредиенте, а также содержатся такие микропленочки увлажняющие, которые обволакивают кератиноциты. И из таких жестких торчащих кератиноцитов мы получаем более мягкие увлажненные клеточки. То есть нам это даст более ровный цвет лица, улучшение светоотражения. Безусловно, в том числе это также профилактика черных точек, профилактика последующих воспалений и закрытых комедонов. Для более возрастных пациентов будет такой приятный бонус, то есть улучшение светоотражения. Улучшение тона лица. Как сказала одна моя пациентка, и когда она попробовала, она сказала, у меня кожа стала как стеклянная, очень красиво, говорит. То есть вот энзимы у нас, ну, наверное, с осторожностью можно применять только пациентам с гиперчувствительной кожей. Ну и то можно применять очень аккуратно, с уменьшением экспозиции. У нас на сайте очень подробно сказано, как это делать. То есть мы наносим не под пленочку, мы увлажняем руки, допустим, делаем массаж. И там про уменьшение экспозиции я уже сказала. То есть, безусловно, мы можем потом держать экспозицию, если все нормально, увеличивать ее до рекомендованных 15 минут. Мочевина, серин, аланин, пролин как раз будут еще способствовать большему увлажнению кожи, потому что вы знаете и сталкивались, наверное, что очень многие энзимные какие-то препараты, они могут приводить к повышению сухости кожи. Соответственно, эта маска сбалансирована так, чтобы минимизировать эти последствия и поддержать увлажненность нашего рогового слоя. Молочная кислота, не стоит ее бояться, потому что в данной концентрации она, ну, предназначена исключительно для улучшения эксфолиации. И соль рапан, соответственно, также будет способствовать как раз этой цели. Так, я потом, если есть вопросы, попозже посмотрю, потому что я как открутила нашу ленту на ваши вопросы, чтобы их не потерять и не забыть, так я ее пока и держу. Следующий у нас компонент, может быть, если были на моих последних вебинарах или там очных семинарах, я говорила про лосьон концентрат Нео. Чем хорош данный препарат? Он не тоник, хотя мы можем его использовать как два в одном. Это жидкий, активный, косметический полноценный препарат. Препарат антиэйдж, препарат с антиоксидантной защитой. Вот если мы хотим два в одном, для таких более возрастных пациентов или пациентов, которым свойственны какие-то сосудистые реакции, даже для более молодых пациентов, то я рекомендую обратить на данный препарат внимание. Чем он хорош? Во-первых, это очень сильная антиоксидантная защита, потому что дигидрогверцетин у нас является общепризнанным медицинским, ну, как бы широко известный в медицине антиоксидант. И репарант, то есть он используется у нас в регенеративной медицине. Ну, допустим, там в ожоговых отделениях, где нужно как раз улучшить регенерацию кожи вследствие повреждений. То есть что же мы ждем как косметологи? То есть улучшение регенерации. А улучшение регенерации – это улучшение и качества кожи, и омоложение. То есть каких-то там… Визуально мы видим кожу более свежую, более молодую. Будет как раз у нас антиоксидантная защита, то есть у нас профилактика фотостарения, потому что у нас как раз
Антиоксиданты у нас защищают от свободных радикалов, которые мы подвергаемся очень-очень таким активным воздействиям в летнее время года. Ну и, соответственно, антиполютант выступает, потому что какие-то испарения смол, каких-то выбросов, вредное химическое производство и многое-многое другое как раз усиливает активность оксидативного стресса, усиливает повреждения наших клеток. И, безусловно, с этим надо как-то бороться, если мы хотим столкнуться с признаками преждевременного старения. Фосфолипидный комплекс с дигидрокверцетином – это основной ингредиент данного волшебного средства. В данном препарате это 10% дигидрокверцетина. Ну, большее количество дигидрокверцетина нет ни в одном нашем препарате. 10% – это действительно много. Он имеет такой коричневатый цвет, поэтому мы можем его наносить ватным диском, либо, допустим, пальцевым душем. Не рекомендую на светлую одежду распылять, потому что она может окраситься. Она, безусловно, конечно, отстирается, но просто если там человек переоделся в светлой там уже одежде и решил там воспользоваться данным препаратом, ну, условно, как термальной водой, ну, понятно, ему будет неприятно, если он свою одежду испачкает. Что еще усиливает действие фосфолипидного комплекса? Это мощный, тоже антиоксидантный такой комплекс растительных препаратов, который также обладает вазопротективным действием. Это экстракт арники, плюща липы, мальвы огульца, постеницы лекарственной. То есть что мы будем получать? Мы будем получать за счет этого лимфодренажный эффект. Мы будем снижать чувствительность кожи, особенно если она свойственна вот каким-то сосудистым покраснениям, к воспалениям. Будет антиоксидантное действие оказывать, о чем я уже говорила. Так как тут у нас защита сосудов, вазопротективное действие, то будет бороться с развитием признаков купероза, ну и вообще общего старения кожи, улучшаться общее состояние кожи будет. И за счет его таких регенеративных свойств, безусловно, у нас будет в том числе выражаться это в уплотнении кожи. То есть мы данный препарат можем применять утром, вечером или, то есть и так, ну, как хотите, можем применять в качестве тоников. Либо мы можем, если вы хотите, применять, безусловно, не только как тоник, но и просто как отдельное топическое средство. Также напомню, что это один у нас из компонентов нашей знаменитой фарфоровой маски, которую мы там применяем в данной маске, гель наш для сухой и нормальной кожи, и вторым этапом идет лосьон-концентрат Нео. И на всякий случай напомню, вдруг вы не знаете, что гель для сухой и нормальной кожи Нео, он применяется не только для сухой и нормальной кожи, но также можно применять там для и жирной кожи, и чувствительной, то есть она будет подходить всем типам кожи. Ну, просто наиболее, больше всего потребность в данных препаратах как раз у сухой кожи. Следующий мой любимчик, если так можно сказать, то это сыворотка интенсив омоложения. С какого бы возраста я могла бы его назначать? Да, наверное, можно назначать с 30 или даже раньше. Даже раньше можно назначать, если вы видите, что состояние кожи у вашей пациентки молодой, ну, хотелось бы поправить. Вы видите морщины тонких линий, вы видите обезвоженность. Ну, то есть общее такое уже состояние, когда хочется вмешаться. Чем хороша эта сыворотка? Будет здесь гиалуроновая кислота со сверхмалой длиной цепи. То есть она будет у нас проникать в глубокие слои дермы даже без воздействия каких-то аппаратных процедур. Смотрите, чем она хороша. То есть, соответственно, если ваш пациент применяет какой-то домашний гаджет, мы можем рекомендовать данную сыворотку под гаджет. В домашний уход можно использовать также без гаджетов. То есть все равно гиалуроновая кислота будет проникать. Конечно, когда мы берем
профессиональный аппарат, ну, допустим, фонофорез, или мы берем электропорацию, то процент проникновения препаратов с гиалуроновой кислотой, у которой сверхмалая длина цепи, будет выше. Но на аппаратных процедурах также будет проникать и просто гиалуроновая кислота низкомолекулярная. Потому что, ну, но если мы... Так сбилась. Если мы не берем аппаратные профессиональные процедуры, то это один из тех препаратов, который как раз может поддерживать содержание глюкосаминогликанов, то есть гиалуроновой кислоты в глубоких слоях кожи, которая нам очень нужна для профилактики возрастных изменений, для поддержания ее упругости, плотности. Тут же будет гиалуроновая кислота с высокомолекулярной длиной цепи, будет давать поверхностное увлажнение. А клеточная фитокультура будет продлевать нам жизнь кератиноцитов. То есть это у нас будет улучшение регенерации. И бета-глюкан – это тот ингредиент, который будет у нас хорошо работать как местный иммунорегулирующий такой ингредиент. То есть местный иммунитет кожи у нас будет повышаться. То есть мы можем это назначать пациентам, в том числе с жирной кожей, с комбинированной кожей. То есть при любом типе кожи. Она очень легкая, очень легко распределяется, очень жидкая. То есть, безусловно, в летнее время года пациентам будет комфортно пользоваться легкими текстурами. Так, я немножечко прокрутила пониже, читаю ваши ответы по поводу и маски энзимной, да, и по поводу лосьона. Я тоже, мне очень нравится, я пользуюсь периодически, но меняю на другие, в том числе ингредиенты, бывает, потому что у нас очень много всего хорошего, и хочется иногда немножко разнообразия по запахам. Вот, жалко, вы меня не видите, я тут смеюсь. Так, по поводу интенсив омоложения, наверное, я сказала все, что хотела. Ну, понятно, что мы увидим увлажнение. При регулярном применении у нас будут продлеваться, понятно, внешние признаки молодости кожи. И понятно, что эта сыворотка в первую очередь направлена, в том числе, кстати, когда вы делаете курс, допустим, электропорации, мы обязательно будем назначать данную сыворотку в домашний уход, потому что это будет эффективнее. Да, гель антивозрастной Нео мы можем использовать в том числе как сыворотка. Просто она более плотной текстуры, и, безусловно, это будет более... Ну, плотные текстуры больше любят люди с более сухой кожей. Ну, как правило, в возрасте у нас кожа становится более сухой. И там действительно в более возрастные наши пациенты, они любительницы более плотных текстур. Все наши практически гели можно использовать как сыворотки. То есть часть геля у нас идет только под аппаратку, допустим, низкомолекулярная 2% гиалуроновая кислота. Ее бессмысленно использовать в качестве сыворотки, потому что она, ну, пленкой ляжет и не сможет проникнуть. А вот многие наши ингредиенты, да, можно использовать. Потому что у нас дигидрокверцетин будет как раз проникать. Так, и следующий препарат, который мы можем использовать не только под аппаратку. То есть мы гель с БТА-эффектом чаще всего, конечно, воспринимаем как препарат, который разработан для аппаратного внедрения. То есть здесь у нас содержится миорелаксант. 2% низкомолекулярная гиалуроновая кислота. У нас есть препарат для электропорации разработан. И, безусловно, там, то есть, там только 2% гиалуроновой кислоты. Ее нужно будет вводить аппаратом. Топически она никак не введется. Угу, пожалуйста. Гель с БТА-эффектом. Чем он хорош? Здесь у нас содержится аргирерин. Это пептид миорелаксант. На всякий случай напомню, что у нас пептиды имеют сверхмалую величину и у нас проникают через роговой слой. Для накопительного эффекта необходимо регулярное применение.
Чем же хорош этот препарат, кроме аргирелина? Тут у нас содержится 4% аргирелина, содержится эластин, сок алоэ вера и гиалуроновая кислота. То есть мы можем его вводить, допустим, фонофорезом или электропорацией. Единственное, сразу честно замечу, что нет исследований, которые бы подтвердили, что под воздействием физиотерапии пептиды не разрушаются. Но при этом все, что наблюдали мои коллеги, и не только я говорю про коллег, которые работают в Гильтеке, нет. Я знаю, что у нас многие коллеги там, из других стран, из России, делают такие, как флеш-процедуры там, с комбинированием различных препаратов и с аппараткой. И в частности, допустим, гель с БТА-эффектом они наносят и внедряют аппаратными процедурами. И действительно, дается это очень хороший эффект. То есть мы можем говорить, наверное, все-таки я смелюсь сказать, что все-таки, может быть, часть аргирелина и инактивируется, да, разрушается, но часть она у нас проникает. Безусловно, какой-то хороший визуальный эффект мы можем, ну, наблюдать при курсовом применении. И, безусловно, конечно, желательно, если мы говорим о том, что человек хочет какой-то эффект миорелаксации достигнуть, и мы говорим сейчас не об инъекциях, да, а о топических средствах, то требуется в том числе домашний уход с миорелаксантами. Как мы можем применять гель с БТА-эффектом? Мы можем применять не только под аппаратку, а также можем применять в качестве сыворотки. И чем же, допустим, он хорош по сравнению с миорелаксом нашим? Да, здесь аргирелина будет поменьше, но здесь будут ухаживающие компоненты, которые будут работать на уровне рогового слоя. Это гиалуроновая кислота, сок алоэ вера и эластин, которые будут улучшать качество кожи в зонах нанесения. То есть вот этот вот препарат очень, ну, я вот, в принципе, сейчас экспериментирую у себя на работе и ввожу гель с БТА-эффектом, мы вводим пациентки, и действительно, мне кажется, что у нее поддерживается такой эффект продления миорелаксации. Единственное, что сразу замечу, что у пациентки в анамнезе сделан БТА инъекционно, и мы сейчас аккуратненько вводим там фонофорезом, иногда электропорацией для продления эффекта как раз БТА. Единственное, что, конечно, электропорация улучшает микроциркуляцию, и в том числе как бы может способствовать уменьшению инъекционного миорелаксанта. Но мы пошли на такой эксперимент. Если есть вопросы, задавайте. Следующий препарат как раз сыворотка Миорелакс, о которой я сейчас упоминала. А, кстати, смотрите, и гель с БТА-эффектом, и Миорелакс мы можем наносить не только на мимически активные зоны, мы можем наносить в том числе на шею. Вот, и еще есть такой момент у пациентов с телеангиоэктазиями. Вы знаете, что бывает, что назначают в мезоразведении ботулотоксин. Вот в качестве, ну, скажем, временной меры для продления действия этого ботулотоксина, такой вот визуальной эстетической истории, допустим, пациентов с розацией, ну, понятно, что я рекомендую, конечно, проконсультироваться там с сопутствующим специалистом, там, который делал БТА. То есть можно назначить миорелаксанты курсом для продления этого визуального эффекта не только на мимически активной зоне, но также на зонах введения, там, где розация, или где у нас идет телеангиоэктазия. Безусловно, мы это делаем не когда у нас стадия обострения, то есть требуется там консультация зачастую специалиста, еще сопровождающего данного пациента. Сыворотка Миорелакс. Здесь у нас аргилерина будет больше, 7%. То есть он будет как раз уменьшать такой вмешиваться, есть такой СНАП-комплекс для передачи нервного сигнала и сокращения мышцы. И как раз он, вот этот, когда аргилерин замещает определенный белок в этом СНАП-комплексе, у нас уменьшается передача сигнала, который приводит к сокращению мышцы. Вот как раз аргилерин 7% будет уменьшать данную передачу. Безусловно, он не может проникнуть у нас на уровень мышцы. Он у нас проникает на уровень рогового слоя. Но
у нас все мышцы мимические вплетаются в кожу, и как раз будет уменьшение вот такой вот спонтанной мимики, вот этого спонтанного напряжения, которое у нас зачастую мы видим даже в покое у пациентов. То есть будет такой легкий эффект примораживания. Смотрите, вы можете использовать миорелакс и утром, и вечером. Все очень сильно зависит, конечно, от вообще комплекса уходов. Не является время дня противопоказанием. То есть чем чаще мы используем пептидные средства, тем быстрее у нас наступает вот этот накопительный эффект визуальный. И это будет касаться и миорелаксирующих пептидов, и это будет касаться сигнальных пептидов, допустим, там сыворотки 5 пептидов. Или, допустим, там у нас есть дифапарин, да, который вот тоже пептид, который будет регулировать там, господи, транспорт влаги в глубоких слоях кожи. То есть, безусловно, тоже для накопления данного препарата, вот, допустим, сыворотка 3D-увлажнения, там же как раз содержится пептид, который улучшает транспорт. И поэтому мы сыворотку 3D-увлажнения рекомендуем применять курсом не менее месяца, если у нас есть такие симптомы сильной обезвоженности. От разового применения мы видим, будем видеть действия, допустим, там, ну, гиалуроновой кислоты, да, просто, ну, симптоматически. То есть у нас не будет более такого выраженного действия. Ну, это чуть-чуть отвлеклась. Так, миорелакс. Тут будет также содержаться экстракт артишока, который у нас способствует улучшению дренажа. То есть он лимфодренажным действием обладает. То есть у нас при регулярном применении, там, при курсовом, да, то у нас эта сыворотка миорелакс как раз будет хорошо расслаблять, способствовать продлению действия ботулотоксина инъекционного в том числе. И когда мы можем его назначать? Понятно, что мы не можем сказать пациенту, что сыворотка миорелакс полностью заменит ботулотоксин. Нет, это неправда. Оно будет продлевать действие. Да, это правда. То есть у нас будет как раз улучшение визуальное в местах нанесения качества кожи, которое вот обусловлено вот этой вот таким напряжением спонтанной мимики. И в том числе, соответственно, там высокомолекулярная гиалуроновая кислота будет у нас также как раз улучшать внешнее качество кожи. Как раз вот это будет создавать увлажняющую защитную такую среду для нашей кожи. Так, что я хотела еще сказать по миорелакс? А, что есть такие нюансы. Мы не просто наносим, мы немножечко как вмассируем, немножечко как втираем сыворотку миорелакс. И напомню на всякий случай, что у нас пептиды не любят препараты с очень высоким или очень низким pH. Допустим, если pH ниже 4 или выше там, ну, условно 7, то они будут разрушаться. Поэтому мы не применяем с кислотами, там, допустим, у нас есть, там, ну, есть в арсенале у пациента тоник с кислотами. Я сейчас говорю про кислоты, альфа-кислоты или бета-кислоты, да, где у нас низкий pH. Мы не наносим сразу после нанесения кислот. В идеале мы, конечно, там, либо какое-то время ждем, пока у нас pH кожи восстановится, и только после этого можем наносить препараты с пептидами, либо, соответственно, мы разносим применение этих средств, если нам не позволяет там, ритм жизни ждать. То есть разносим, я имею в виду, что-то утром, что-то вечером. Так, гель, моделирующий для нижней трети лица. Смотрите, у нас тут недавно, кстати, прилетел такой вопрос. Можно ли поверх там сыворотки с пептидами нанести гель, моделирующий для нижней трети лица? Потому что тут как раз содержится дубящийся компонент, такой как экстракт конского каштана. Да, можно, потому что здесь маленькая концентрация этого экстракта конского каштана, и он не будет разрушать пептиды. Когда мы говорим о каких-то дубящих средствах, каких-то таких, то мы говорим там о концентрированных средствах. Если вы там взяли кору дуба, там сделали отвар, нанесли на лицо, понятно, что такая концентрация нести. Такая концентрация несовместима. Я не меняла громкость, но давайте я попробую прибавить. Так, лучше слышно, скажите, пожалуйста. Так, и гель, моделирующий для нижней трети лица у нас. Да, лучше стало слышно. Спасибо, Наталья, что сказали. Ну, кому-то было тише. Вот, тихо. Если я говорю громко, вы у себя тогда убавьте немножечко. Гель, модели... Так,
уже третий раз повторяю, что нам будет давать данный препарат. Очень хороший лимфодренаж. Я тогда сейчас попробую подробно, так как я не могу показать визуально, у нас будет опять все слетать. Наверное, сейчас подробно буду говорить о зонах его применения. Понятно, что это проекция грудино-ключично-сосцевидной мышцы, потому что у нас там находятся лимфатические узлы и лимфатические сосуды. То есть то, что будет как раз давать лимфооток. Потом мы наносим субментально на зону второго подбородка. Иначе зачем нам еще моделировать нижнюю треть лица? Соответственно, у нас идет нижняя треть лица. Это у нас идет проекция брылей. Как мы можем еще наносить? До какой части? Смотрите, мы можем наносить до круговой мышцы глаза. Круговая мышца глаза у нас заканчивается примерно на середине скулы. И, соответственно, там затрагиваются еще, безусловно, там вот эта круговая мышца глаза. Помним, что проекция малярного мешка – это тоже круговая мышца глаза. Не надо, наверное, наносить все-таки вот на проекцию круговой мышцы глаза данный препарат. Чем он хорош? Он будет хороший лимфодренаж давать. Тут как раз венотоники содержатся, да, которые будут также способствовать работе дренажных компонентов. Это у нас будет как раз здесь и кофеин улучшает дренаж, и тот же троксирутин будет улучшать. То есть все экстракты и ингредиенты направлены как раз на опосредованное липолитическое действие, которое будет стимулировать липолиз естественный. То есть мы не говорим о каких-то там прямых липолитических компонентах. Да? И, соответственно, уменьшать отечность, уменьшать застой жидкости и улучшать дренаж. Если у вас есть какие-то гаджеты или ваш пациент как раз озабочен данным вопросом, мы можем порекомендовать либо наносить с помощью еще массажных движений в идеале, если еще сделать самомассаж лимфатический, лимфодренажный. Вот. Либо вы можете применять данный препарат, в том числе, допустим, под какую-то процедуру, которая будет улучшать лимфодренаж. Допустим, у фонофорез. Вот, пожалуйста, да? Соответственно, либо там, я не знаю, под альгинатную маску, пожалуйста, тоже будет улучшать, у нас альгинат, соответственно, будет также улучшать дренаж, один из его там опосредованных действий, да, ну и, соответственно, у нас будет гель-моделирующий лимфодренажный также работать. Понятно, что если у человека есть показания к данному препарату, он его должен регулярно применять. Так, следующий наш слайд. Это такой любимчик, как это, можно посмеяться и сказать, что надену все лучшее сразу, потому что здесь самый-самый такой мощный комплекс анти-эйдж препаратов, анти-эйдж ингредиентов. Это антиоксидантная сыворотка C-Energy. Она не имеет противопоказаний, единственное, есть нюанс, мы помним, что есть пациенты с индивидуальной непереносимостью ингредиентов. И это может касаться любых ингредиентов, индивидуальную непереносимость мы не исключаем. И, ну, скажем так, мы проверяем и уточняем, нет ли у пациента аллергии на витамин С. И с осторожностью тогда назначаем, если есть такой момент. Можем дать ему пробник, чтобы он попробовал и посмотрел, как у него чувствительность. Чем же так хорош данный препарат? Здесь ниацинамид, витамин В3, который у нас сохраняет здоровье наших сосудов, обладает себорегулирующим действием, опосредованно работает на осветление пигментации, на улучшение тона лица. Витамин С в двух формах. Липосомальная форма и как раз в стабильной форме аскорбилглюкозид. Липосомальная форма, сразу замечу, у нас тоже, тоже стабильная, то есть не вызывает фотосенсибилизации. Фосфолипидный комплекс с дигидрокверцетином, который я так хвалила, у нас в линии Нео. Пожалуйста, он здесь тоже есть. Такие компоненты, как фируловая кислота, ресвератрол, витамин Е, экстракт зеленого чая – это общеизвестные антиоксиданты. Это то, что защищает наши клетки от преждевременного старения. То есть понятно, что мы можем в разной возрастной категории назначать нашим пациентам и для коррекции уже существующих признаков старения, и, соответственно, более эффективно для профилактики.
Вот. И депантенол, гиалуроновая кислота – это уходовые компоненты. Депантенол как раз будет успокаивать, гиалуроновая кислота высокомолекулярно обеспечивает поверхностное увлажнение. Мы данную сыворотку можем применять утро-вечер. Почему я люблю ее назначать на вечер? Я скажу как бы, ну то есть у каждого косметолога есть свои какие-то излюбленные приоритеты и схемы. Да, я понимаю, почему вы так думаете. Там фируловая кислота в очень низкой концентрации, 0,5%. Вот. Почему я люблю вечером? Не из-за того, что там фируловая кислота или витамин С. Потому что, чтобы качественно кожа у нас восстановилась, ей необходимо время. Допустим, что касается летнего времени, у нас зачастую как происходит? Ну, отпуска, еще какие-то моменты. Много времени проходят люди на открытом солнце и периодически обновляют SPF. Обновляют SPF они, допустим, раз в 2 часа, когда они долго находятся на открытом солнце. Что нужно сделать? Ну, хотя бы протереть лицо тоником, хотя бы, да. Вот, в идеале там как-то очистить, допустим, там блефароочищением салфеткой, да, и потом обновить, нанести SPF. То есть у нас, соответственно, сыворотка антиоксидантная, если мы нанесли ее, то будет частично убираться. А кожа у нас чисто физиологически, по циркадным ритмам, процессы восстановления у нее идут ночью. То есть когда мы на ночь применяем препараты, которые улучшают восстановление кожи, такой вот комплекс прям восстановительный, то, безусловно, мы естественные процессы намного сильнее улучшаем. И, допустим, у нас там возрастной пациент, и утром мы можем назначить, допустим, сыворотку ту же 5 пептидов, вот, вот эту вот, да, а на вечер мы можем как раз назначить сыворотку антиоксидантную. Вот, но это вот как бы одна из схем, которые я вам предлагаю. Понятно, что у вас, допустим, есть индивидуальные пациенты, и, возможно, есть такие схемы, которые вы там разработали, и более работающие для того или иного пациента, потому что все мы индивидуально. Смотрите, омолаживающий концентрат 5 пептидов. Это прекрасное средство, его можно наносить не только на лицо, шею, декольте, можно также на грудь наносить, я не знаю, внутреннюю поверхность бедра, куда хотите, где требуется у нас улучшение качества кожи. 5 пептидов. Экстракт плодов яблони, гиалуроновая кислота, фукагель, полулан. Вот экстракт плодов яблони, гиалуроновая кислота, фукагель, полулан – это у нас ухаживающие косметические ингредиенты. Полулан будут давать такой лифтинг-пленочку. Фукагель, гиалуроновая кислота увлажняет. Экстракт плодов яблони – это как раз то, что будет продлевать жизнь наших кератиноцитов в том числе. Да? То есть это тот ингредиент, который будет улучшать качество кожи. Но чем он хорош? У нас здесь содержится два пептида миорелаксанта. Это аргирелин 5% или уфосил. Они дополняют действия друг друга. Они немножечко на разные звенья патогенеза действуют. То есть один снижает возбудимость нервной клетки, для того, что, а когда у нас уменьшается возбудимость нервной клетки, перепередача нервного сигнала, то есть, соответственно, у нас уже одно звено немножечко уменьшается, а аргирелин уже ацетилхолин блокирует немножко. То есть, соответственно, на двух звеньях мы передачу нервного импульса и сокращение мимических мышц уменьшаем. И у нас так называемое там антивозрастное действие, это вот ремоделирующий трипептид меди, это сигнальный пептид матрикин, матриксил и релистаз. Они все работают как раз на улучшение качества кожи. То есть в той или иной степени они плотность неклеточного матрикса улучшают, там синтез коллагена стимулируют. То есть все это вот такой комплексный препарат, который при регулярном воздействии максимально, насколько это возможно, улучшает качество возрастной кожи. То есть, пожалуйста, вот этот вот препарат вы можете наносить и в зону вокруг глаз, и на лицо, и на шею, и куда угодно практически. Ну, понятно, что там в пределах разумного, да, то есть не наносим на, там, при, скажем так, на слизистые или, то есть мы наносим на кожу. Так, и смотрите, что касается, допустим, применения омолаживающего концентрата 5 пептидов под аппаратку. Сразу немножко вперед забегу, наверное, хотя такого вопроса не было. Скажу сейчас, ну, наверное, ход своих размышлений. Все-таки данный препарат лучше назначать в домашний уход, потому что требуется накопительное действие. Если мы используем его только в, даже там, допустим, под аппаратку, только в кабинете, не будет такого накопительного действия, как нам необходимо.
это действительно работающий препарат, и многие-многие пациенты, которые начали его регулярно использовать, ну, отмечают улучшение качества кожи. Не знаю, пробовали вы его или не пробовали, мне он очень нравится. Так, и, наверное, последний препарат из нашего списка, и я перейду к вопросам. Это маска акваудовольствия. Смотрите, здесь у нас комплекс акваксил, который будет работать для улучшения транспорта воды внутри нашей кожи. Чем хороша эта маска? Вообще это идеальное средство на лето. И не только на лето, но в том числе, конечно, на зиму. Но чем хороша летом? Такой приятный, освежающий, после нее такое освежающее ощущение. Два компонента, такие как камедь, цельнозапись, шиповатая и высокомолекулярная гиалуроновая кислота, они будут работать в синергии, как раз давать вот этот вот быстрый увлажняющий эффект и давать такое очень приятное тактильное ощущение от кожи, такую ровность, когда мы чувствуем прям тактильно. В чем еще плюс этой маски? Допустим, нам необходимо какое-то быстро курсом привести пациента в более лучшее состояние. Мы можем ее назначать ежедневно номером 10 курса, а потом перейти на поддерживающий курс 2-3 раза в неделю. Либо когда у нас не острая какая-то ситуация, мы можем просто в регулярный уход назначать. Очень хорошо ее использовать в кабинетных процедурах как финальную маску. То есть что я увидела недавно на мастер-классе на возрастной пациентке. Когда, ну, то есть самый простой был такой, ну, скажем, базовый уход, потому что там достаточно много противопоказаний было, вот, и нельзя, ну, скажем так, нельзя было сказать, можно ли использовать какие-то там аппаратные или, ну, или другие физиотерапевтические процедуры, как массаж, потому что там идет, скажем, гипертоническая болезнь, и мы с осторожностью с данными пациентами работаем. То есть это нанесение топических средств. Вот, в приоритете. И на фоне нанесения там топических средств, что мы получили? Мы получили ровный, красивый, светлый цвет лица. То есть вот эта вот возрастная сосудистая реакция, такая, ну, скажем, равномерная легкая эритема у нас выровнялась и уменьшилась. Это из того, что вот я увидела на пациентке, и не только я увидела, но также косметологи, которые присутствовали на мастер-классе, все отметили, что такой ровный, красивый, светлый цвет лица у нас получился. За счет чего в том числе, не только за счет гиалуроновой кислоты. У нас здесь вот этот вот комплекс, который был также в лосьоне концентрате Нео. Это комплекс экстрактов арники, плюща, мальвы, бузины, липы, огурца, постеницы лекарственной, вазопротективный, успокаивающий компонент и компоненты, которые на улучшение качества цветности кожи работают. Давайте тогда... Так, вы купили. Да. И смотрите, есть еще такой момент. Данную маску можно аккуратненько использовать в том числе по зоне глаз. Если нет какой-то повышенной чувствительности глаз, можете сначала у себя попробовать аккуратненько поближе к глазам в виде патча. Должно очень хорошо увлажнять. Но это тоже я вот рекомендую все-таки персонально подходить, потому что сейчас много очень наших пациентов с чувствительными глазами, с какими-то там синдромом сухого глаза. И вообще у них бывает у людей сейчас повышенная, вот на фоне повышенной чувствительности, то есть на ровном месте слезотечение начинается. Все-таки вот эта такая рекомендация must-have, да, все-таки она не для всех. Но можно пробовать, допустим, даже на себе попробовать поработать данной маской, как патч нанести на зону, где мы наносим патч. Понятно, что мы отступаем от глаза, потому что, допустим, если вы патч близко-близко нанесете какой-то, то и у вас может быть какая-то реакция. Я один раз попробовала, не помню, мне подарили патч, какие я нанесла, и у меня, видимо, немножко состав попал вот, ну, ближе к слизистой. Слезы текли, просто мама, не горюй. Вот, хотя казалось бы, что предназначен данный препарат как раз для нанесения на периорбитальную зону. Ну вот у меня была такая реакция. Так, я сейчас листаю, ищу ваши вопросы, которые вы мне до этого задали. И если у вас сейчас есть какие-то вопросы, пока я буду отвечать вот на предыдущие, вы можете также их писать. Смотрите, Анна, вы задаете вопрос, что у ваших пациентов запрос, что может быть эффективнее инъекций. Ну, тут надо смотреть.
Вообще, смотрите, тут очень зависит от состояния, наверное, пациента. Отвечу гипотетически. Инъекции – это вот как вы пришли в больницу, вас прокололи очень-очень быстро. Доступность средств внутривенная гораздо, допустим, выше, чем пероральное применение. Да? В острых состояниях мы это делаем. Ну, пришла к вам пациентка, очень-очень быстро надо ее привести, там как-то эти процессы запустить какие-то. У нее там, допустим, там, ну, не очень хорошая ситуация. Да, мы там делаем курсом инъекционные процедуры. Но что имеется в виду эффективнее, если она думает, что, допустим, там, ну, в 50 условно лет или сколько, я просто не знаю, я фантазирую сейчас, да, что можно, допустим, там сделать несколько процедур, пусть даже не курс, или там курс, допустим, биоревитализации, биорепарации, и больше ничего не делать. К сожалению, чем мы становимся старше, тем у нас происходят там определенные изменения в организме. И тем интенсивнее и регулярнее нужно поддерживать эффект. То есть тем он меньше сохраняется. И, безусловно, конечно, ну, я не знаю, если визуально мы говорим эффективнее инъекции, но может быть аппаратка. Но вопрос, смотрите, к аппаратке тоже нужно готовить. Либо там какими-то аппаратными процедурами, допустим, теми же микротоками. И, допустим, та же многое аппаратка, или та же контурная пластика, ой, не контурная, господи, пластическая хирургия, она требует реабилитации. Допустим, сейчас многие хирурги назначают курс микротоков до и после, как раз, допустим, той же круговой блефаропластики. Что имеется в виду, может быть, эффективнее инъекций? Ну, пластику никто не отменял. Естественно, мы там, допустим, при сильной деформации лица, ну и инъекции не помогут условно там, и аппаратная процедура очень-очень относительно поможет. Тут, как вам сказать, понимаете, без качественного ухода, ну, проинъецировали мы, сделали депо влаги, она при поврежденном эпидермальном барьере будет также усиленно испаряться, и этот эффект гораздо меньше сохранится. Ну, запустили мы коллагеногенез, допустим, там аминокислоты прокололи, вот он собрался, да. Но если мы там продлим, допустим, назначим еще дополнительные 5 пептидов, то это будет в синергии работать. А если человек хочет, чтобы сделать одну процедуру и больше ничего не делать, на рынке, по-моему, нет таких вот, ну, термаж, но вы знаете, с определенного возраста его нельзя, допустим, делать, потому что коллаген разрушится, а новый не будет уже вырабатываться. То есть мы смотрим на состояние фибробластов, на состояние организма. То есть есть определенные противопоказания к тем или иным косметическим процедурам. Хотим вау-эффект. Следующий вопрос от Анны, да, от вас же. По их мнению, это ботокс и прочее. Не хватает аргументов их переубедить. Ну, смотрите, вау-эффект, да, ботокс дает, но смотрите, он дает этот вау-эффект условно через 2 недели. Но этот вау-эффект не дает улучшения качества кожи. Он дает местную миорелаксацию. Да, разгладятся морщины. Но смотрите, какие морщины. Я, к сожалению, не могу показать вам на себе. Во-первых, камера не передаст, во-вторых, ну, проблемы с камерой, как вы поняли, я так понимаю. Будем разбираться, я уже повторюсь. Когда мы видим морщину, ну, такая, мы называем это минус тканью условно. Прежде чем принимать решение, делать ли инъекционный ботулотоксин или не делать, мы собираем тщательный анамнез. То есть, соответственно, есть ряд противопоказаний к инъекционной косметологии. Я говорю не только про ботулотоксины. Вот. И если пациент хочет, чтобы убрали морщину, мы проверяем, что это за морщина. Если мы растягиваем морщину, и она не исчезает, то большая вероятность, практически там 90 с чем-то процентов, что даже на фоне ботулотоксина, то есть мы получим исчезновение гипермимики. И может быть даже у нас получится так, что там лоб не двигается, но морщины будут визуализироваться, потому что там уже такой глубокий дермальный залом.
То есть, чтобы тогда его убрать, врачу-косметологу потребуется еще так называемая методика бланширования, когда мягкий-мягкий филлер вводят на дно этой морщинки и приподнимают для того, чтобы эстетически сделать ее малозаметной. Поэтому вот этот вау-эффект, ну, что человек под этим подразумевает? Если человек хочет там со второй стадии или третьей птоза прийти, понимаете, косметология, она имеет ряд ограничений. То есть она не может там сделать, допустим, то, что может сделать хирургия, но при этом всем будем честны, и хирургия не может сделать то, что может сделать косметология. То есть наиболее эффективна это синергия, допустим, когда косметолог готовит к пластической хирургии, хирург делает операцию, а потом косметолог дальше ведет и поддерживает этот эффект, если мы говорим о каких-то тандемах. Но при этом без качественного, адекватного ухода эффект от пластической хирургии долго не продлится. Все хотят помолодеть с одной процедуры. И вот спрашивают, что делать. Но мы не хирурги. То есть что имеется в виду? Что человек хочет прийти, заплатить там условно там, сколько он готов заплатить за вау-эффект, чтобы помолодеть с одной процедуры? У меня вот такой вопрос. Потому что это, скорее всего, может быть даже аппаратная процедура, но может быть несколько аппаратных процедур в клинике косметологии. Есть ряд процедур, которые, да, могут, допустим, там улучшить состояние, но они потребуют реабилитации. Если пациенты хотят без реабилитации и выйти там молодыми, красивыми, это курс процедур и помолодеть с одной процедуры, а конкретно, а что вы имеете в виду? То есть у нас для всех процедур, допустим, определенных, есть идеальный пациент. То есть мы не можем обещать пациенту то или иное. Понимаете, мы же не как организмы все разные, соматические заболевания у всех разные, состояния организма у всех разные, как это, базовые вводные, да, и там условно пациент с хорошей генетикой, с прекрасным образом жизни, не отягощенным анамнезом, он даже придя к нам, ну, там, бэкграунд определенный имеет, есть бэкграунд, который мы там можем там поддержать, помочь, но КПД процедуры будет менее выражена. Все-таки медицина – это же не точная наука, это не вот, это не на кассе 2 рубля заплатил, 2 рубля заплатил, получилось 4. Тут очень много факторов, о которых мы даже не можем подозревать, и пациент не может подозревать, потому что у нас очень много, ну, такое большое количество пациентов недообследованных, мы не знаем. Нет, это не СМАЗ. Термаш – это монополярный РФ-лифтинг, достаточно агрессивная процедура, достаточно болезненная. У нее есть ряд противопоказаний, а СМАЗ-лифтинг – это сфокусированный ультразвук. Мой вопрос пропустили. Я его сейчас поищу. Наверное, я его не увидела. Так, давайте я пролистаю про антикупероз. Вы знаете, Марин, я его не увидела. Сейчас попробую найти. Так, сейчас полистаю. Нет, пока не вижу. Сейчас еще повыше пойду. Так, я вижу от Натальи, от Анны два вопроса. Пока, Марина, я не вижу ваш вопрос в ленте вопросов. Так, я вот до начала долистала, Марина, я не увидела ваш вопрос. Так, сейчас, секунду. Может быть, так, вот вижу от вас добрый день, Марина, вы мне пишете. Так, что вы косметик начинающий, что вы первый раз с нами. Так. Если вам не сложно, повторите, пожалуйста, вопрос. Я его не могу найти. Мне очень жаль, но я его не вижу.
К сожалению. Так. Не вижу. Так. Почему средства вокруг глаз наносят по орбитальной косточке? От Татьяны вопрос. Потому что тонкочувствительная кожа. Средства вокруг глаз можно наносить ближе, чем... Так, вы имеете в виду орбитальная косточка верхнего века? Потому что средства вокруг глаз, допустим, если мы касаемся нижней части орбиты, можно наносить ближе. Ну, условно, там... чуть ближе даже, чем сантиметр от ресничного края. А если мы говорим про верхний глаз, то есть мы чуть-чуть ближе идем, чем орбитальная косточка, и когда у нас глаз моргает, у нас же верхнее веко поднимается, и это средство, ну, спокойно распределяется условно и по верхнему подвижному веку. Но, в принципе, чуть-чуть, если мы аккуратно ближе подойдем, немножечко, да, мы не наносим очень близко, конечно, потому что все равно текучесть есть определенная у средств, и, ну, неприятно будет в глазам. То есть можно чуть-чуть ближе, чем орбитальная косточка, особенно там по нижнему краю. А также крем с SPF. Ну, потому что чувствительные глаза и крем с SPF, допустим, обычно стики наносят вокруг глаз, чтобы не было текучей текстуры. Но я, допустим, у меня не очень условно чувствительные глаза, и я там средства с SPF очень-очень аккуратно, в маленьких-маленьких количествах, все-таки чуть-чуть ближе могу нанести. Но мы не можем так рекомендовать, потому что каждый определяет свою там чувствительность. Ну и толстым слоем понятно, что вокруг глаз крем с SPF не нанесешь, он будет подтекать и попадать в глаза, а это, ну, неприятно. Аквоудовольствие под фонофорез. Я не вижу смысла удовольствия под фонофорез, потому что, допустим, если мы хотим нанести средство с данным экстрактом, возьмите гель из серии Neo, допустим, гель для сухой нормальной кожи. Там как раз будет у нас дигитрокверцетин, который будет как улучшать регенерацию. Если мы хотим экстракты ввести, то понятно, что у нас получится ввести фонофорезом экстракты. Немножечко липосомальный комплекс с дигитрокверцетином будет немножечко проталкивать поглубже, и фонофорез будет тоже поглубже проталкивать в состав. А высокомолекулярная гиалуроновая кислота у нас просто ляжет и под аппараткой и без аппаратки на верхнем слое, на роговом, и дальше не проникнет. Так, вот, все, Марина, вы попозже задали данный вопрос, и только сейчас его увидела. Курс сыворотка антикуперозная нужно пройти, легкая степень. Вы знаете, никуда купероз не денется, поэтому сыворотка антикуперозная рекомендуется на регулярной основе. Потому что это особенность сосудистой стенки организма, и нам требуется регулярное поддержание ее функциональности. И также вы, наверное, помните, что когда у нас есть признаки купероза, рекомендуются также определенные комплексы, врачи рекомендуют пероральный прием. Так, в 35 вопрос, так, запрос об инъекциях. Массаж и микротоки, по их мнению, не работают. Но если у человека будет запрос, он, соответственно, рано или поздно найдет, где этот запрос выявить. Смотрите, массаж и микротоки имеют своих приверженцев. Своих приверженцев имеет инъекционная косметология. Потому что если бы не было вот этих приверженцев, ну, наверное, не было бы так популярны эти разделы. Массаж и микротоки – это профилактика, это оздоровление. Потому что что нам дает массаж и микротоки? Это нам дает естественная регуляция. Потому что одно из функционалов массажа, ну, допустим, я скажу сейчас о любимом мною хиромассаже. Это может касаться хиромассажа по Земсковой. Это может касаться нейроседативного массажа, такое ответвление испанского хиромассажа по Энрике Гарсье. Есть, ну вот, есть, скажем так, школа, которая преподает его неизменно.
Одно из важных компонентов, важных ингредиентов данного метода – это регуляция нейроседативная. Это регуляция, которая опосредованно влияет на наш гормональный фон, потому что у нас на кожу влияют гормоны, но и также, так как кожа у нас это один из восприимчивых, чувствительных органов, мы можем опосредованно влиять на гормональный фон через прикосновение. Мы можем успокоить человека, мы можем сделать раздражающее воздействие, неприятные какие-то моменты, которые будут, ну, как стресс работать. И я сейчас говорю не о агрессивных методах, а, допустим, неправильные или какие-то болезненные методики выполнения массажа. То есть, соответственно, мы можем человека погрузить также в стресс. А стресс – это выброс у нас гормонов стресса, это нарушение микроциркуляции и тому подобное, нарушение микроциркуляции, нарушение кровоснабжения кожи. И вот у нас цикл запустился. Понимаете, для того, чтобы… То есть это либо, конечно, можно так говорить, можно не говорить, но у нас зачастую как получается, что мы как косметологи мы работаем как просветительское звено. То есть, безусловно, что у нас есть будет ряд пациентов, которые скажут: нет, я буду только колоться, я хочу прийти к косметологу раз там, в год, сделать что-то и уйти. А есть пациенты, которые ну, понимают и принимают, либо им нужно объяснить, что у нас есть, допустим, вещи, которые никогда не сделаешь инъекциями. Допустим, микротоки. Ты никогда не нормализуешь инъекциями норматонус мышц. Я говорю про мимические мышцы не только в периорбитальной зоне, там в зоне лба, а я говорю, допустим, о норматонусе мышц таких мелких, там, как мышца, поднимающая верхнюю губу, как мышца смеха. То есть у нас вот эти вот как малая, большая мышцы скуловые. То есть грамотным выполнением массажей, выполнением микротоков мы можем поработать на норматонус мышц. Что еще делают микротоки? Нет, они не делают ботулоэффект. Нет, они работают на уровне клетки. Они восстанавливают и оздоравливают клетку. Ботулотоксин этого не делает. У него другая функция. Это не значит, что он плохой или микротоки плохие. Это методы, направленные на разные истории. Микротоки также хорошо работают у возрастных пациентов, там, как опосредованно хорошо работают с сосудистыми реакциями. То есть микротоки у нас это физиотерапия оздоравливающая. Какая инъекция ботулотоксина может с этим сравниться? Вот. И какой вот, если вы, ну, условно владеете там хорошими нейроседативными техниками, либо эти приемы можно в массаж включать, в кинестетический транс никакой ботулотоксин не ведет. Человек у нас так сильно не расслабится в ваших руках, особенно если он не первый раз и доверяет вам, как там на процедуре там часового условно массажа. Так. Про курс антикуперозного геля я вам ответила. Если вам ваш косметолог назначил на тоник с азелаиновой кислотой, то ну, как бы из другой, я так понимаю, какой-то косметической линейки, то, наверное, он видел вашу кожу и там не просто так дал эти рекомендации. Видите ли, мне очень сложно сказать, ну, про это сочетание, потому что все-таки, ну, азелаиновая кислота не присутствует, в наших ингредиентах, ну, я имею в виду в нашей косметике, и данную рекомендацию как бы дал вам другой косметолог. Про антикуперозный гель я сказала, что это достаточно регулярное применение, потому что это топическое средство, и хоть там и содержится у нас никотиновая кислота, которая очень мягко работает и улучшает качество сосудов, и там всякие еще дополнительные вазопротективные действия, но им требуется время для того, чтобы работать и поддерживать этот эффект. А так как это хроническое состояние, это, ну, то есть никуда не денется данная индивидуальная особенность строения и состояния ваших сосудов. Антикупероз можно применять, конечно, и утром, и вечером. Я говорю отдельно от
тоника с азелаиновой кислотой. Там уже свои рекомендации. Но смотрите, антикуперозный гель мы применяем, если вы применяете несколько сывороток, то эта сыворотка как конечная, то есть сверху нее уже там наносим финальный крем. Либо там, допустим, если какие-то чувствительные ингредиенты там содержатся, то... Ну, там, видите, есть небольшой процент всяких дубящих веществ, то есть мы наносим условно там сыворотку с пептидами, ждем хотя бы 15 минут, то есть нам нужно, во-первых, чтобы было нормальное pH кожи, то есть мы не можем, допустим, после сыворотки тоника с азелаиновой кислотой нанести пептиды, потому что я, во-первых, не знаю там pH вашего тоника, во-первых, там азелаиновая кислота, скорее всего, пониженная кислотность. Я так фантазирую, я не знаю. То есть, соответственно, нужно там ждать хотя бы полчаса, наверное, чтобы восстановилась кислотность. Потом мы наносим условно пептидную сыворотку, но если вдруг вы там наносите пептиды, еще ждать, пока пептидная сыворотка поработала, а потом уже, допустим, там немножечко через какое-то время наносим антикуперозный гель. Я такую сложную схему дала. Рекомендовать рабочие клиентам. Марина, ну, это нужно собирать тщательный анамнез, но одно из самых широкоизвестных препаратов это... ну, которые улучшают, там, поддерживают, даже не совсем корректно улучшают, это витамин С и рутин. Допустим, советское средство аскорутин очень часто там назначают, но нужно понимать, имели мы право назначить данный препарат нашим, ну, пациентам. Это нужно собирать все-таки анамнез. Так... Хиромассаж. Вы знаете, была школа. Смотрите, если мы говорим про хиромассаж по Земсковой, то понятно, что Земскова, ну, немножко переделала технику Энрике Гарсия. Она одна из учениц Энрике Гарсия, но у нас все-таки на территории России это очень популярное направление было, очень популярный испанский массаж. И наверняка есть еще школы. По-моему, есть был Эст-мастер, Ин-мастер. Вот что из них что преподавала, какая из них школа Земсковая, а какая... изначально школа Энрике Гарсия, я уже не помню. Но вот Эст-мастер, Ин-мастер, я помню, было две школы. Ну и, соответственно, есть еще преподаватели, которые преподавали в тех или иных школах, и сейчас работают еще индивидуально, либо у них свои школы, либо как частная, там, наверное, преподавательская деятельность. Это, наверное, можно поискать на просторах интернета. Да, ее курс достаточно недешевый. Они хиромассаж разбили сначала на 4 ступени, потом теперь на 6 ступеней. Антиэйдж-массаж, несколько методик в одной. Я не знаю, что такое школа подготовки массажистов, понимаете, и я не вижу, какие они приемы предлагают. Я просто знакома, скажем так, с определенными техниками. Могу просто сразу сказать, что я училась классическому ММО структурному у учеников Энрике Гарсия напрямую, и вот школа Елены Земсковой, я могу сказать, что гораздо богаче по приемам микроразминаний для работы с мимически активными зонами, там прям арсенал очень хороший. Чем еще мне нравится школа Земсковой? Я училась у Елены Баранчиковой, да, Елена Баранчикова, можете поискать. Я не знаю, преподает ли она сейчас в школе Елены Земсковой. Мне очень понравилась данная коллега. Она очень хорошо дает физиологию, анатомию. И я очень ценю, когда преподаватель, ну, скажем, ну, она может объяснить, почему этот прием будет более эффективный с точки зрения физиологии и анатомии нашей кожи. Они вот-вот жмите сюда, мните сюда, видите, какой хороший отек, щеки приподнялись. То есть мы смотрим, понимаете, массаж – это физиотерапия. Сейчас, к сожалению, массаж стал такой историей, ну, не знаю, в руках, допустим, не очень, как сказать, я не могу их назвать неправильными, нет. Ну, в руках ряда специалистов, ну, как такой... Обещаете что-нибудь, мы заработаем на это деньги. Мы не можем там обещать, что... Как, ну, вот я не знаю, пример видела, что вот вы сделаете курс массажа, аналог пластической операции. Ну, не будет это аналогом пластической операции. Вы, конечно, меня извините, вот, но немножко это другое. Э,
Я не могу вам, Татьяна, ответить по вопрос про кофеин в сыворотке кристаллизироваться. Если, допустим, производитель написал, что возможен кристаллический осадок, и это норма, наверное, это норма. Если, скажем, текстура не предполагает осадка, возможно, что-то пошло не так. Я могу только предположить. Антикуперозный гель можно под аппаратку. На всякий случай сразу вам, коллеги, напомню, что возможна индивидуальная чувствительность на компоненты антикуперозного геля. Как мы проверяем, есть ли индивидуальная чувствительность? Это у нас очень подробно написано на сайте. Как там подробно про антикуперозный гель, есть еще видео, такая как видеовизитка, где тоже подробно про его применение говорится. Смотрите, мы наносим на кожу антикуперозный гель, то есть эритема, которая проходит в течение часа, это нормально. Если эритема держится больше часа, то мы, ну, говорим о том, что повышена чувствительность. Это неплохо, нехорошо, но просто готов ли наш пациент выйти после нашей процедуры и там ходить, ну, очень долгое время с красным лицом. То есть нужно будет время, чтобы сосуды привыкли к такой реакции. Как мы это проверяем? Мы это проверяем не на локтевом сгибе, а, допустим, приходит к нам пациент на какую-то процедуру. Мы сразу не назначаем ему антикуперозный гель. Мы нанесем, допустим, где-то там на шее, где не очень видно, недалеко от лица, антикуперозный гель, и там, делая свою процедуру, смотрим на реакцию. Вот. И потом уже, если все нормально, можем еще во второй раз попробовать, и там, допустим, пациента уже пригласить на антикуперозный гель. Ну, на процедуру по антикуперозному гелю. Виктория, вы меня спрашиваете, как я отношусь к вакуумному массажу лица? Вакуумный массаж лица, допустим, аппаратный, ну, допустим, LPG или StarVac условно, у них есть насадки по лицу, имеет ряд противопоказаний. И если говорить о массаже лица, что я выберу? Я выберу мануальный массаж лица для себя, как для специалиста. Я не пойду на вакуумный массаж лица. Вот. Много преувеличить. Да, Анна, я с вами соглашусь, что сейчас очень много гиперрекламы, не совсем честной рекламы, и сами специалисты тоже по массажу преувеличивают. Понимаете, вы как работающий специалист, вы понимаете, что любой метод, он имеет ряд ограничений и ряд показаний. У него есть, скажем так, окно эффективности, если можно это сказать. Вот, я очень рада, если я вам чем-то помогла, и мне очень жаль, что так получилось с техническими историями. Вот, кстати, чуть не забыла, коллеги, у нас же промокод. Вот я заговорилась, сейчас я вам пришлю. Смотрите, у нас есть промокод, я его выслала в чат. Он вот звучит так, All Anti-Age, и он дает для наших участников дополнительную скидку в течение недели на всю продукцию, которую вы будете заказывать с этим промокодом. Если есть какие-то вопросы, я на них отвечу, или, по крайней мере, если не знаю, то попытаюсь. Ну, либо мы заканчиваем, потому что мой вебинар, ну, ввиду технических историй, продлился дольше, чем я планировала, к сожалению. Вот. Спасибо вам тоже, коллеги, за терпение, за то, что уделили свое ценное время, потому что все мы работающие специалисты, все мы там сестры, мамы, дочери и тому подобное. У всех у нас есть свои какие-то дела и заботы. Я рада, что вы были сегодня со мной. Ну что, мы заканчиваем, да? Если мы заканчиваем, то пришлите мне плюсик или какой-то хороший волшебный знак, и будем прощаться тогда, и до скорых встреч. Все, отлично, Наталья, я поняла, вы уходите. Коллеги, тогда я с вами прощаюсь, останавливаю запись. Хороших вам рабочих дней.
Угу.